Привет, привет, всем привет. Привет, девочки, привет, мальчики. Всем привет. А я отработал, еду домой. Вот честно, я так хотел поехать в зал. Я думал, что с сегодняшнего дня я начну тренировки. Но у нас тут было... Сейчас переключусь. Пару дней назад загорелась проводка на Ленинградке. Какой-то щиток загорелся. И сейчас пропустим скорую. Проезжай. Правильный водитель. Я пропускаю скорую, хотя она выехала вообще, блядь, хер пойми откуда. Ну, короче, спасает жизни. Сгорелся какой-то щиток. И, в общем, сказали, что зал не будет работать 2-3 дня. Вот, видимо, сегодня третий день выпало. Сейчас звоню, трубку никто не берет. А я с сумкой спортивной, она у меня в багажнике. Ну, короче, видит Бог, я хотел. Но я так хочу еще жрать. Поэтому я хочу поехать пожрать. Я вот думаю, куда? В свой любимый ресторан или, может быть, изменить моему любимому ресторану Макдональдса? Поеду я в авиапарк. Точно. Поеду я в авиапарк. Мне нужно вообще заехать купить одну книжку. В авиапарке есть книжный магазин. Да, точно. Сейчас пойду в авиапарк, значит, и там поем. Поехали со мной. Поехали. Как у вас дела, кстати? Вообще не могу понять. Суббота. Сегодня же суббота? Суббота. Куда все? Куда все едут? Что в одно направление, что в другое? Видите? Просто трэш. Ой, девочки. Стадион. Он светится, фонари. Рекламу уже видели? Ваша защита гриппа, вакцинация. Пошли нахер, блядь. С вакцинацией. С себя, блядь, вакцинируйте, блядь. С ней очень холодно. Хотя -1.5. Так много народу в авиапарке. Смотрите, сейчас, почему я включил камеру, я не просто так ее включил, сейчас покажу вам прикол на шлагбауме. Смотрите, видите? Елки. Приколюха вообще. Клево сделали, молодцы. Да, блядь. Че я все подряд-то открываю? Прикольно, да? Я люблю парковаться на втором этаже. Надеюсь, места есть, потому что реально что-то как-то такая очередь была в авиапарк. Видите, вот это то, что красненькие горят лампочки, это значит, что там места заняты. Если вы видите зелененькие, значит, место свободное. Я зелененьких не вижу, вы, наверное, тоже не видите. Но есть один закуток, где очень мало людей паркуется. Я думаю, что там может быть место. Сейчас этот Мерседес красивый белый уедет. Освободить мне дорогу. Сашечка, как у Игоря. Цышечка. Нет. Занято. Здесь места заняты. Блядь, сколько там народу. Может, не надо, а? Я, наверное, пожру и свалю, потому что, ну, блин, нахер надо мне со всеми людьми тусить там. Видите, все красное. Справа, слева. И столбы, видите, лампочки красные горят. Это говорит, что мест нет. Мест нет. Ну что ж, я все равно найду. Если я сюда приехал, значит, я найду.
Нигде нету. Ни справа, ни слева. Просто придется подальше чуть-чуть от входа. Тарам-пам-пам. Все красное. Не знаю, видно вам, не видно. Все лампочки красные. Ах, господи. Ты, блядь, такой деловой. Чурбан Байран, блин. Еще один, блядь, вообще умные такие. Как бы я на главной. Понаберут права, блин. По объявлению. Так. Вход-то где-нибудь еще есть? Так, вот здесь вход есть. Вход есть. Я вижу зеленое место. Ну, вы знаете, я прям чувствую, что будет прям где-то у входа. Вот 100 пудов будет у входа место. Я ведь не просто так чувствую. Я ведь не просто так это чувствую. Оно будет. Ну, куда ты лезешь? Ну, ты же видишь, я еду, царь. Блядь, вообще люди. Просто... Куда ты, блядь, лезешь-то, а? Все, не успеешь свою, блядь, королеву довести, блядь, дом пожрать. Твои глаза такие чистые, как не... Я такого не видел, блядь, очень давно. Я очень давно такого не видел. Капец, да? Ну что, там, наверное, вообще просто кыш-мыш. Вот, вот, вот видите, вот зеленое место. Сейчас, когда я припаркуюсь, оно станет красным. Прекрасное место. Просто идеальное место. Просто волшебное место. Видите? Зеленое. И оно должно сейчас сгореться. О, видите? Стало красное. Вот так техника дошла. Ну что, пойдемте. Народу, конечно, трэш. Я вышел сразу у этого, это, кстати, фонтан. Видите, сколько народу? Пиздец. Полный. Вон девушки фотографируются возле какого-то оленя. Разжиревшего. Так, ну что, поехали-то, поедим и посмотрим, что делать дальше. Бычки, это бычки, вот же быка. Видите, вот мне нужно вот туда, вот сюда мне нужно. Сейчас мы доберемся. У меня маска воняет, блядь, арома машинами, вот этими арома освежителями. А, блядь, я задыхаюсь от этой маски. Она у меня такая, знаете, маска с мая. Это как прикол есть. Где написано, не написано, а в приколе говорят: ребят, у меня это сломалась проволока в маске, скажите, что-то, блядь, как починить или уже все выкидывать, что-то такое. Ржака, блядь. Просто я не смешно рассказал. Видите, сколько народу. Народу реально пиздец, как много. Мне надо в республику. Сейчас пойдемте в республику зайдем, потом поедим. Мне бы и обувь зимнюю, честно говоря, купить, но я, скорее всего, 22 числа улечу на 3 недели на море. Поэтому, скорее всего, 22 улечу. Думал, 24, нет, 22.
Сейчас посмотрим. Так, сейчас я отключусь, не буду снимать эти книги, вам это не интересно. Еще и музыка здесь орет. Естественно, я не нашел то, что искал. Вы посмотрите, какая здесь посадка. Просто. Люди сидят друг на друге. Просто друг на друге. Пожрал, блядь, Женя. Вы даже стоят, представляете? Даже стоят. Да, вот люди ходят, набрали еды и ходят, ищут место. Это, блядь, невозможно. Надо идти в ресторан. Сейчас пойду сяду в ресторанчик. Трэш, вообще трэш. Сегодня первый раз такой вижу. Просто трэш. Кстати, неплохое. Какая-то морская история. Всякие рыбешечки. Не хочу рыбы, хочу мясо. Чайхана. Я, честно говоря, так не хочу, но... Портабелло пойти, что ли? Портабелло. Музыка орёт, не пойду. Какая-то винная история, тоже не пойду. О, чайхана. Ну-ка в чайхану пойду. Рюм Кинкали. Сейчас, секунду. Ну-ка, сейчас пойду в Кинкали, скажи. Я там ел уже на самом деле один раз. Бля, какие... Какие, блядь, странные, сука, дети сейчас. Просто. Это просто какой-то пиздец. Грузинский. Музыка орёт, блядь. Ну, девочки, нет, я здесь не буду. Так, сейчас отключусь. В общем, я ушел из торгового центра, потому что там реально какой-то рассадник, мне кажется, болезней. Столько народу, просто даже пожрать негде вообще. Трэш. Просто трэш. Это корейская музыка еще поет. Ой, девочки, мальчики. Вот вам Москва, блядь, пожрать негде. Тут в Макдональдс ехать и жрать хочу просто. Ехать в Макдональдс. Это маска. В Макдональдсе не надо никаких масок. Никому ничего не надо в Макдональдсе. Вот я на самом деле хотел... Хотел заехать в Макдональдс и все. Нет же. Нет же, блядь. Попёрся какого-то хера в этот торговый центр. Господи, как на телеге едут. Понаставили лежачих полицейских. Какие-то треугольные, блядь. Такие дела. Сейчас что-нибудь я найду пожрать. Вместе с вами покушаем. Звоночек сейчас трусы сцепится. В общем, единственное заведение, в котором всегда будет место, потому что ты можешь пожрать в машине, это Макдональдс. Я просто пипец как хочу жрать. Я просто, ну, очень хочу жрать. Смотрите, елка. Елка. Вот, поэтому, ну что. Значит, будет Макдональдс. Спортзал я не смог попасть. Не по своей причине. Пойду завтра. Если они откроются, конечно. Ой, девочки, мальчики, вот так и живем. Прекрасно, припеваючи. Ой. Ой. Я люблю Макдональдс, честно. Сейчас как что-нибудь возьму вкусненькое. Господи, простите. Ну что?
Сейчас какой-нибудь другой свет включу, это какой-то ужасный. Подождите. О, кстати, прикольно. Я, блядь, даже не знал. Так. Наконец-то, девочки, наконец-то время. Блядь, время. Время 6. Время сеять, время жрать. Это колонька. Колонька православная. Бля. Ну что, 605 рублей я потратил. Взял, естественно, свой любимый бэк-тесте. Но не простой, а золотой. В бэк-тесте 3 сыра. Понимаете? Вот то, что с инкой мы ели. Лучок. Бля, лук тоже вкусный, сука. Даже вкусный лук. А чего они один лук не наложили? Бля, лука нажру сейчас. Чего мне все равно не целоваться? Мне кажется, что круче бифтесте вообще нет ничего. Мне кажется, даже в принципе капустка. Я вот только вижу один сыр, вот. Никаких двух еще я не вижу. Это же надо. Столько времени проебать, чтобы заехать в Макдональдс. Нереально вкусно. Ну-ка. Мне кажется, четче, да? Нет? Единственный минус, после него спать хочется. Кстати, мы вчера подарили на работе коробку конфет. Шампанское Мандора. Ну и что я думаю? Что вы думаете? Что я думаю? Правильно. Надо открыть его сегодня. Надо открыть, выпить. Чтобы больше ничего не напоминало об алкоголе, правильно? Чтобы ничего больше не напоминало в доме об алкоголе.
подружка пьющая переехала в Дубай. Блять. Женя. Сука, блядь. Грязнуха. Какой вам больше гамбургер нравится в этом Макдональдсе? Я вот за биг-тесте. Прям вот. Мне кажется, если бы у них был только биг-тесте, они бы выжили бы спокойно. Я уверен на 1000%, если мы с Инной бы попробовали в биг-тесте, ей бы он понравился. Мы купили, как обычно, с ней по акции что-то, блядь. Вот. И это... Сейчас, секунду. Подождите. Машина так подъехала. Я, блядь, даже не понял. Думаю, может быть, я что-то нарушил, блядь, что-то подъехали ко мне. А они подъехали и читают какие-то документы. Ой, девочки, продолжаем. Креветульки. Креветосики. Креветка будет есть креветки. И очень даже наслаждаться этим. Ой, девочки, что-то я обожрался. Соус тысячи островов. Просто идеально создан под креветки. Это, мне кажется, знаете, что это тысяча островов? Это типа прованские травы вместе с кетчупом и майонезом. Мне так кажется. Нахуй ты подъехал, а? Светишь тут мне в лицо. Клетки бомбические. Столько кляра. Столько жира. Вот если у меня лицо будет какое-то стрёмное, лицо этого освещения, я вас найду. Молодые люди. Вольво. Не разбираюсь я в Вольвах. Какая-то Вольво. Блять, язык прикусил.
аккуратней, Жень. Не спеши, никто не отберет. Да что ж вы все светите, суки? Подъехали два Мерседеса с номерами блатными. А-а-а. Что вы думаете, они делают? Правильно, они жрут Макдональдс. Я слышал, что в Америке это еда для бедных. Ну, в России тоже не для богачей, но... Очень многие богатые едят Макдональдс с удовольствием. Сейчас, наверное, вообще весь русский шоу-бизнес российский. Его спокойно, неспокойно, с любовью ест. Такая холодная. Я, знаете, что слышал? Оказывается, Макдональдс лед, вот ведро сюда для льда добавляет не просто так. И какой-то вырабатывается лед, взаимодействует с этим сиропом, вырабатывается какая-то херня. Ну, короче, без льда вообще будет невкусно, говорят. Эта девочка какая-то рассказывала, которая уволилась из Макдональдса. Она говорила, не просто так добавляют. Вот. Ой, девочки, мальчики, ну что, все? Я думаю, может быть, еще кружок сделать, еще что-нибудь взять. Кстати, с их освещением было лучше. Хлопчики, вернитесь, блядь. Льда, реально, пол этой корыта. Все, мои хорошие. Буду отдыхать, шоколадные конфеты с начинкой пралине. Пралине. Я люблю, кстати, такие. Мне нравятся такие конфетки. Кто пробовал? Они прям клевые. Бельгийский шоколад. 100% какао. А, 100% какао-масло. 100% какао-баттер. Баттер. Все, мои. Люблю, целую вас. Пока. Пока. Может быть, если выпью шампанское, выйду в эфир. Но это не точно.